Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры «Съедобная планета». А какой там у нас уровень по счету, я уже не помню. Но мы в Египте, в древнем, и давайте его будем есть. Уровень, скорее всего, не сложный, потому что всего там требуется сколько... Ой-ой-ой, змея какая-то. Змея, уйди от меня. Всего требуется минута 45 на золото. Но на золото, скорее всего, я не пройду. Я еще пока мест ни одного уровня на золото не проходил. Вот видите, мне змеи эти мешают. И не просто здесь находятся, они именно здесь для того, чтобы мне помешать пройти этот уровень. Ох ты, могу уже людей есть, обалдеть. Быстро как-то я вырос. Пока я немного поговорил, вот уже я и вырос. Иди сюда, вот ты ж... Редиска взял, убежал от меня, слушайте. Так я не скоро пройду этот уровень, если от меня будут все убегать. Вот так лучше. Какие-то шустрые они прям. Опа, опа. Вот уже больше людей, это хорошо. Как-то мой этот глазастик растет медленно. Уже по идее столько людей съел, что должен был уже этих змеюк кушать. А он упорно их не хочет кушать. Змеи все большие и большие. Может, это какие-то люди несъедобные, что он от них не растет. Ох ты. О, все, вот могу их уже есть. Дело пойдет намного быстрее. Смотрите, да? Так, ой. Вот я всех пропустил. Порядок. А, смотрите, мне осталось все немного. И там нужно было минута 45, а я вот буквально чуть-чуть не вложился. Вот уже у меня минута 46 пошла, там 48. Был момент, когда я просто очень мало кушал. Мне мешали эти змеюки. В общем, поэтому я не успел. Люди от меня текали. Уже вот 2.05, ничего себе. Ну, осталось буквально пару штук съесть. Фух. Ну, видите, на бронзу. То есть я опоздал на 23 секунды почти. Нет оправдания, но есть медалька, и то хорошо. Переходим к следующему уровню. Здесь вообще всего лишь минута 29 требуется. Итак, нужно съесть 98 мумий. Давайте не будем терять время, потому что чем быстрее я откормлюсь, скажем так, для того, чтобы их можно было кушать, тем быстрее... Здесь главное съесть первую мумию. А когда первая мумия съестся, то дело уже пойдет как бы веселее, вы же сами понимаете, да? Пока я маленький, ни одной мумии не могу съесть, время идет. А, так, какие-то вот маленькие части есть, которые, в принципе, даже я не толком не вижу. Мне нужно срочно что-нибудь большое съесть, чтобы я начал есть самых маленьких мумий. И здесь несколько по этому, по размеру. Но, к сожалению, я не могу пока никакую съесть. Ай-яй-яй. Ну что же здесь, эти мелкие детали. Да, печально. То есть, пока вообще ничего не получается у меня. Смотрите, что творится. О, что же оно, получается, дело пошло. Я первую мумию съел, и все, теперь мне уже ничего как бы не мешает их всех подряд съесть. Время как бы уже потеряно. И большую я не смог съесть. И здесь, я так понимаю, всего 98. То есть... Если я где-то одну пропущу, то это, соответственно, уже не успею. Но уже я не успел даже на золото. Нет, хоть бы, не знаю, на какую-то там бронзу уже успеть. Но. Уже не успеваю, наверное, никуда. Не знаю, почему я такой неповоротливый. Что, все? А, нет, смотрите. Получается, успел на бронзу. Я даже не смотрел, сколько штук я их съел.
98, да? Обалдеть. Ну, нормально. Можно идти дальше. Так, смотрим, куда мы попали. Куда это мы попали? В общем, наверное, в центре какого-то города, да? Потому что куча народу. Называется «Кушай, не хочу». Так, ладно. Раз нам предлагают покушать, а людей не будем долго себя заставлять ждать, потому что чем быстрее откушаемся, тем быстрее начнем кушать более каких-то крупных там существ. Вон бегемотики, например, да? О, а это, наверное, лошадки уже. Да. Вон они как... Лошадки, этот, как сказать... Звуки от них исходят, как от лошадок, да? Значит, это лошадки. Так, ну, блин, лошадок-то мало совсем было, слушайте. Я заблудился вообще. Просто трачу время теперь, непонятно на что. О, люди еще. Люди. Они хоть и маленькие, да? Но нужно хоть кого-нибудь пока не скушать. А, там домики. Так, лошадки. Мне бы сейчас начать вот этих внизу кушать кого-то. Нет, не получается. Слишком я еще мелкий. Так, как же мне... Ну, дайте мне еще пару лошадей. Ну, нет, не могу коров кушать. Блин, это обидно. Придется еще один заход делать. Так, может быть сейчас уже? Опа, опа. Все, вот это я съел, и теперь смогу по-любому есть вот этих вот быков или буйволов. Вот она, вот она. Счастье, как говорится. Так, могу вот эти блоки съесть. А, отлично. И бегемотов. О, дело пошло. Бегемоты, крокодилы, кракомоты. Отлично. Так, теперь получается мне нужно как можно быстрее здесь все зачистить. Чтобы я, наверное, начал здание уже кушать, да? Так, ну это будет, наверное, не скоро. А, там еще такое мелкое. Требует очень много времени на еду. Так, вот эти буйволы. Так, что мне здесь еще можно скушать? А, вот еще поля. Отлично. Конечно, всех не успеваю скушать. Но хотя бы так более-менее подшерстить. Так, может здесь что-то? О, камни. Камни большие, отлично. Ах ты, не смог взять все вот эти скушать кусты. Есть какие-то еще маленькие кусты. Опа, опа, вот это все класс. Я уже смог какие-то маленькие домики кушать. Это называется трущобы, да? Для простого люда. Нет, уже большие дома. Быстро дело как бы за малым, просто побыстрее их всех покушать. И надеюсь, хоть какую-то металлику я получу. Ну, есть. Нет, никакую не получил, обидно. А я так надеялся. Ну, ладно, значит, не судьба. Идем дальше. Тут у нас миссия длинная будет. 3.09, ничего себе. Попробую. Опа, кот. Отлично. Слушайте, а почему здесь такие большие коты? Это получается, наверное, котята, да? А то... Мама, папа, кот. Ну, мяу, не мяу, придется вас скушать. Я голодный глазастик. Я не виноват, что меня таким сделали. Опа. Ну... Когда уже больших начну кушать. Маленьких мне не хватает. Так. Но. О, все, могу больших уже кушать. Отлично. Только их теперь не найдешь, тебе больших, да? Ну где же вы? Опа, отлично. Вот еще один большой жирный кот.
О, лови его. Лови, лови, лови. О, отлично. Тут больших уже на этой карте побольше. Так, что-то я промахиваюсь по ним, слушайте. Как-то они уже, мне кажется, слишком мелкими для меня. Нужно искать уже себе новый объект для питания. А то с голодухи так скоро. Мой глазастик помрет. О, там статуи какие-то или что это, да? Получается, скоро я статую буду кушать. Вот это будет мой размерчик. Так, мне нужно вот эти вот... Сначала блоки нужно какие-то плиты научиться кушать. Вот эти вот черненькие. Когда же уже их можно будет кушать? Опа. О, целая толпа котиков. Ай, блин, я потерялся. Где моя мышка вообще? О, вот они, вот они. Все, наконец-то я смогу кушать. И дело пошло. Сейчас я их все скушаю, скорее всего, смогу статуи. Здесь нет. Нет, пока не могу. Блин, обидно. Еще эти... О, вот эти могу статуи. Я ж... Верховлич такие же статуи, нет? Какие-то другие. Ого. Ничего себе. Это, я понимаю, питание трехразовое, да, такое? А, я этих не могу кушать. К сожалению, блин. О, уже могу. Как классно, что они по кругу так лежат. И кусты уже могу кушать, обалдеть. Кусты для меня уже маленькие, увидели? Что были большие. Успела пройти буквально там полминуты, там или даже меньше. Так он все увеличивается и увеличивается. Их размеров они будут увеличиваться. О, вот сколько здесь много, слушайте, как раз для меня. Там котики, наверное, уже такие маленькие, что я их даже на карте не увидел, если бы они были. Так, кстати, вот уже конец игры, да? Вот я уже почти раскушался. Осталось буквально мне вот чуть-чуть. Блин, там не хватает какой-то мелочи. А, вот. Ну. Я уже думал все. Вот. Вот это было все. Долго в конце я думал, но, как видите, все равно на бронзу меня хватило. И давайте еще, может, один или два уровня. Тем более это такой короткий. А, минута 50. Опа. Опять лошади. Опять, видите, маленькие лошади и большие лошади, да? Наверное. Родители и детишки. Так, камушек. Отлично. Еще камушек. Вот уже и большой камушек я смог кушать. Мне бы побыстрее больших вот этих лошадок значит, кушать. Так, камушек я большой никак не съем такой. О, вот она, вот она, вот она. Камень большой, лошадь большая. То, что доктор прописал. Ну, где же вы? Блин, слушайте. Они куда-то... А, не успею. Видели, от меня убежала. Да что ж такое, от меня все убегают. О, так, конечно же, покруче. Ой, камень, камень. Занесло меня немного. Так, давайте еще пару лошадок. Мимо. Так, ну что еще интересного здесь на карте есть? Нужно уже думать, что мы будем кушать дальше. Дальше, наверное, нужно кустики где-то кушать. Будут кустики, будет сразу большой размер. Пока мне что-то как-то долго это все длится. Ну же, ну же.
что мне здесь кушать, чтобы поднять сразу себе массу, потому что пока она растет очень медленно. Ни камней больших не видно, ничего. Только лошадки и все. О, вот кустик маленький могу съесть. Отлично, еще кустик. И скорее всего сразу могу еще какой-то кустик съесть. Вот он. Отлично. И опять бронза. То есть, ну видите, на бронзу меня почти всегда хватает. А больше вот не получается. Было у меня одно серебро, но как бы это было случайно, я честно скажу. Так, минута 43, следующая миссия. Ой. А как мне скушать маленьких бегемотиков? Вот, отлично. Сразу даже их не мог кушать. Мы на берегу реки находимся. Главное, чтобы большие бегемоты не увидели, что я творю. Они попытались меня затоптать. Скажут, детеныши обижают, сейчас мы тебя быстренько приговорим. Так, ну пока мне все хорошо. Еще немного, они меня уже ничего не смогут сделать. Они мне уже ничего не могут сделать. Еще немного, я сам уже что-то сделаю. Я думаю, вы догадаетесь, что. Так, ну. Ну вот, отлично. Вот, большие бегемоты. Это круто. И мне нужно побыстрее кушать уже кустики. Так, это меня мимо пронесло. О, кустики пошли. Кустики — это хорошо, потому что кустики, скорее всего, добавляют мне массы намного больше, чем бегемоты. Ай, блин, тот кустики не съел. Этот тоже не съел. Все-таки я уже, наверное, смогу все есть кустики. Вот он. Ай, промахнулся. Ну что, это все? Где еще кто? Слушайте. Где-то я, наверное, пропустил кусты. Осталось мне буквально, вот видите, чуть-чуть. И все, я застрял. Обалдеть, как нехорошо. Так нечестно. Блин. Если бы не вот это вот отсутствие еды, я думаю, я бы уже пошел бы на серебро или на золото. А так из-за того, что еды не было, как бы, то я не мог закончить эту миссию. А начал, в принципе, неплохо. А ну что же, друзья, очередной наш обзор этой игры подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то поддерживайте это видео своими лайками, пишите комментарии. Не забывайте делиться с другими детками. А также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Пока-пока.